Что значит стать важным? Что сегодня на вас нашло? Ну, если речь заходит о мангаках, то это те, у которых есть продажи. Верно. Но что мне нужно, чтобы увеличить продажи? Сейчас очень популярно что-то вроде такого. Ясно, ясно. Ладно. Я нарисую серию темного фэнтези. Как вы вообще к такому пришли? Вы ведь говорили, что никогда не будете рисовать шаблонную мангу. Шаблонную? Я делаю это ради Хима, а не для себя. Продажи сделают вас успешным? Эту идею навязали нам капиталистические свиньи. Так ты была здесь, Кокей? Ну уж извините, что не кто-то другой. Но если не продажи, то что считается главным для мангаки? Для этого нужно стать знатоком манги. Знаток манги? Это те же мангаки, но в литературе. Я уверена, ты о них слышал. Есть много влиятельных, но при этом непопулярных личностей. Точно. А что, звучит здорово.